Так, мы сдаем бутылки. Пластмассовые. Здесь показывают, какие бутылки можно сдавать. Одна бутылка стоит 10 сантим. А, цент, да. 600 колкуш. О, забраковали. А, надо подтолкнуть. Ой. Ой. Так. И вот чек. Мне понравилась такая рубашка. За 12 евро. С карманами. Очень удобная, но, увы, моего размера нет. Самый большой 48. Она ж такая тоненькая, вообще классная. Что? Свитерок за 7 евро. Классный тоже. Такая маечка. Очень приятная. За 5 евро. Что у нас тут еще есть? Белые штанки за 7. Вот такие шорты. Вот такие белые. О, толстушки появились. Ой, какая тепленькая кофточка. Сколько такая? 20 евро с капюшоном серого цвета. Классная. Рубашка очень тонкая. Ну вот рубашка мне вообще понравилась, конечно. Но, увы, увы, не мой размерчик. Красотки Мишки по 4 евро. Угу, хорошенькие такие. Это черненькое что? Микки Маус. Ой. А это кто у нас? Ух ты! Ух ты! Какой заяц! В чем такой заяц? Он по 7. Симпатия, да. Что у нас тут еще есть? Цыпленок. Вот такой. И собака. Вот такая. И мультики. Скидки на что у нас? На змей, что ли? Нет, на сердечки вот такие. А это что такое розовенькое? А, ну за 7. Свечи. Вот, очень тяжелая вот эта вот большая тяжелая свеча. Вот это тоже красиво. Закрыто. Красиво. Вот
Вот это в черном тоже красиво смотрится. Сколько такая стоит? 4,50. О, какие свечи. Смотрите, как оригинально. Узлом завязаны. Ой, какие тяжелые. Очень тяжелые. По 4 евро. Тут для декора, скорее всего. Я видела вот эти красивые. Сухоцветы. Тоже для декора все. Ой, рябиненок плачет. Расстроился. Абсолютно без рисунка. За 2,50. И довольно-таки неплохого качества. Не сильно просвечиваются. Серенькие тоже. Остальные с рисунком, по-моему. А, вон там еще черные тоже. Картина. Много-много разных чемоданов. Репродукция. Ой, девочки. Вышивка крестика. Лежит. Пазлы собраны. Интересные подсвечники. Что тут еще есть? Музыка играет, не знаю, можно будет потом вставить какие-то бересты.
красивые. Мне вот этот плащик понравился. Всего лишь за 2,42. Очень симпатичный. Тоже 2,42.